Salut. C'est quoi Ça vient ici le cours de guitare couture. Le cours de quoi? De guitare couture. Le cours de guitare couture. Non. Non? Désolé. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, начнем с Валентина. Валентин, представься. Здравствуйте, меня зовут Валентин Рота, сборная Швейцарии, до 60 килограмм. Жульяна, теперь ты. Извините, не понимаю русский. Почему? Подготовка, подготовка, еще раз подготовка. А ты кто такая? C'est pas le cours de guitare couture? Non, c'est le cours de russe. Ah, d'accord. Au revoir. Валентин, а теперь к твоей подготовке. Мы готовимся для чемпионата мира в Челябинске. Хорошо. Но наша главная подготовка проходит на татами. Плюс ко всему им требуется помощь для подготовки и для реализации их цели. Для поездки на чемпионаты мира в Россию, в Челябинск. Но то, что они хотят поехать на чемпионат мира, это по крайней мере правда. Они тренируются несколько раз в день, не так как я, лишь один раз в день. Они тренируются два или три раза в день. Очень надеюсь, что они поедут туда. Вообще-то то, что сейчас идет по титулам, абсолютно не подходит к тому, что мы тут делаем. Меня попросили перевести тут кое-что, но поэтому тут без разницы, они вообще ничего не понимают, поэтому я могу рассказывать то, что хочу. Я здесь хожу в школу, тренируюсь с ними. Но хорошо, что они не понимают по-русски, а то бы сейчас влетело. Спасибо за вашу помощь. До свидания. До свидания.